В Лос-Анджелесе сегодня назовут лауреатов одной из самых престижных кинематографических премий «Золотой глобус», считают главной репетицией перед «Оскаром». Нынешняя церемония будет 74-й и пройдет в Беверли-Хиллз. Лидером по числу номинаций стал мюзикл «Ла Ла Ленд». Фильм представлен в 7 категориях. Драма «Лунный свет» в 6. За лавры лучшего режиссера поборются Мел Гибсон и Том Форд. Уже известно, что почетную награду за заслуги перед кинематографом в этом году получит Мэрил Стрип.